не только прекрасные, но уже и премудрые. В Чебоксарах прошел конкурс «Красота элегантного возраста», который организовал Центр социального обслуживания населения. Участница под номером 5 – Николаева Валентина Константиновна. Все участницы – бабушки, но это только по статусу. У каждой несколько внуков, а в жизни – кокетливые красотки. Впрочем, для победы этого, конечно, мало. Так что после представления – смотр талантов. Галине не привыкать сверкать на сцене. У нее говорящая фамилия – Алмазова. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я и есть. Любить такими, какие есть, ее жизненный девиз. Все мне очень нравится, я вообще очень люблю жизнь и люблю людей. У меня 4 внуков, 3 детей, муж, все хорошо. Из традиционных для конкурсов красоты этапов еще дефиле. Наряд даже в осенний день напоминает нам о весне. Громкие аплодисменты! Из нетрадиционных заданий. Дамы должны были быть не только красивыми сами, но и распространять красоту вокруг. Буквально за 10 минут они создали и представили на суд жюри образы для своих близких. И, пожалуй, нонсенс для подобных конкурсов – смотр кулинарного искусства. Помимо внимания зрителей и удовольствия, все красавицы получили награды по номинациям. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Игорь Зверев. Республика.